Итак, друзья, стартовал финальный поединок 9-го протура из Санкт-Петербурга. И сейчас Евгений Изотов начал за здравие. Хотя выиграл на Бул именно Алексей Буликов. Изотов является победителем прошлого протура, который я транслировал, точнее комментировал, транслирует группа Darts Pro Tour. Обязательно подписывайтесь, кстати, на ребят, они делают очень классные турниры, что вы можете наблюдать. Так вот, Изотов тогда выиграл в финале у Орешкина, сделав камбэк, пережив несколько дротиков на матч. А Буликов — это настоящее открытие российского дартс. Он сегодня сыграл матч с набором 89, не так давно на одном из турниров выдал матч с набором 100. Поэтому к нему стоит присмотреться однозначно. Увеличил темп игры Изотов, и это смотрится гораздо приятней. Тут 25, судя по губам Изотова, нет, 85, да, показалось, что он сказал 125, может быть, что-то ругался себе под нос, не знаю. Зря себя сбил с темпа ритма Буликов, можно оставаться в 20-м секторе, да, и, видимо, реально зря, потому что попадает в итоге мимо. Не закрывается Изотов, и сейчас давление может оказывать Буликов. Но к мишени подходит Евгений и может делать брейк уже на старте. Да, 1-0 повел Изотов, и сейчас будет уже бросать во втором леге сам. на 41 обменялись. Ощущение, что Алексей стал чуть больше волноваться. Все-таки поначалу складывалось впечатление, что он очень в себя верит, очень настроен показывать именно свою игру без оглядки на какие-то обстоятельства. А сейчас он вот даже внимательно высматривал, сколько же там накидал его оппонент. Хотя видно было, что ну, вот в каждом подходе ловил Буликов треблы, а сейчас такие разлеты случаются, что дротик аж ближе к 18-му сектору улетел и два раза по 41 набирает. А вот Изотов спокойно, методично набирает то, что ему нужно. При этом нельзя сказать, что как-то феерит Евгений. Ну, вот, наконец-то, сотня от Буликова. Вот жест руки скрестил сейчас Алексей. Он не говорит об уверенности абсолютно с точки зрения менталистики. Хотя вот по уровню игры в целом за сегодняшний день я бы не сказал, что Изотов является фаворитом матча против Алексея Буликова. Ну, является, да. Пожалуй, является. Так, процентов может быть 65-35. Но не таким явнейшим, что вот прям выйдет и вынесет со сцены своего оппонента. Нет, абсолютно нет. Но какой разлет сейчас у Алексея. Постоянно он смотрит вверх. Там табло расположено. Оставляет себе топ с Изотов, но, как мы знаем, раскладывает он 40 на 8 и 32. Можно было тогда сразу в удвоение 14 бросить при остатке 60. Да и дело с концом.
Неплохой маркер у Изотова сейчас. Удвоение 5. Не закрывается Евгений. 147 для Алексея. Он уже был близок к закрытию большого окончания сегодня. На чекауте 153 промахнулся мимо удвоения 18. Так, у нас статистика появляется сейчас на экранах. Первый лег выиграл Евгений Изотов. С набором 69. 19 дротиков, но хотелось бы увидеть матч. Сейчас решим этот технический момент. Все в порядке, возвращаемся к поединку. Упала камера. Ну, вот в чем проблема, ничего страшного. 102 не закроет сейчас Буликов. А удвоение 5 прикрывает Евгений Изотов. Спокойный довольно лег сейчас, и Буликов имеет шансы для того, чтобы его выиграть. Наконец-то. Я думаю, что победа в отдельно взятом отрезке сейчас может дать заряд мотивации Алексею. Я не думаю, что у него не хватает мотивации. Скорее речь идет о том, что все-таки нет уверенности сейчас у Буликова. Но Изотов и правда хорош, однако шансы-то были в предыдущем леге у Алексея. Лишь 60 сейчас. И надо было, конечно, цеплять ребл, чтобы уж совсем комфортно себя ощущать. 303 у Изотова, он не выйдет на окончание и все-таки... должен разбираться с этим легом Буликов. Все-таки насколько важную роль в дартс играет психология? Как ни крути, я говорил о том, что чувствует нить игры в самом начале. Алексей Буликов в самом начале сегодняшнего игрового дня, что он подходит к мишени и понимает, что он должен попасть в требл, что он этого очень хочет. А вот сейчас такой уверенности не чувствуется в нем. Но может быть все-таки психологический момент влияет. Оба матча в регулярном турнире уступил Буликов Изотову. 5-3 и 5-1. Два дротика на топс у Изотова. Удвоение 10. Попадает Евгений, уже с двумя брейками лидирует со счетом 3-0. Да, конечно, сейчас Буликов
очень близок был к тому, чтобы поиметь дротики на лэг. Да и вообще преимущество было-то огромным у него. Но не срослось. Есть сотни от Изотова. Очень классно он прочувствовал момент броска между двумя первыми дротиками. Но, насколько я понимаю, не так давно играет на высоком уровне Алексей Буляков. Ему нужно тоже свыкнуться с этим, понять, что можно играть с Изотовым. В конце концов, Орешкина-то вообще в одну калитку обыграл Алексей. Никакие цифры показывал. Это же делал он. Его голова, его руки, его настрой. Вот примерно так он действовал. Быстро, на мышечной памяти. Вот сейчас лишь 11 очков. Это, конечно, не игра Алексея. Может быть, стоит скинуть мысли с себя. Понятно, что легко вот сидеть и рассуждать над тем, что нужно сделать человеку. Бывает такое, не полетело в конкретный момент. И вот хоть ты лопни. Вот не пошло и все. Как Андрей Иванович в видео из Солнечнодольска говорил. Доля везения, удачи. Ну, тут я как раз-таки не ссылаюсь на фортуну. Считаю, что все дело в голове. Иной вопрос, как собрать себя психологически по частям в этот момент. Это тяжело. В этом заключается класс дартсмена. Уровень. Просто я вижу по Булякову, что он хочет бороться. Но не совсем понимает, что он должен делать, что он должен менять в своей игре. Потому что если вы сейчас только включились на этот финал и смотрите на игру Булякова, вы можете предположить, что человек, играющий с набором там, в районе 60-65. Вот только это ни разу не так, потому что он гораздо сильнее играет. И это просто видно по классу, по тому, как он попадает в мишени, не только. .32 для Изотова. Еще раз удвоение 8. Попадает Евгений, уже просто в 100-500 раз делает это последним дротиком. Тяжело играть, когда против тебя закрывается третьим. Кстати, говоря о важности этого пункта, стоит отметить, что Майкл Ван Гервен, который сбавил последнее время, как раз-таки в это последнее время значительно сократил процент закрытия именно последним дротиком. А это чемпионский признак абсолютно. Хотя тоже проскакивают у него важные моменты эти чекауты, но общий процент снизился. И это важно. Это не только позволяет тебе выиграть лэг. Это и на соперника давит. 180 от Булякова. Вот тебе, пожалуйста. И это шанс для того, чтобы расцвел Алексей. Ну уж в сухую он точно не заслужил поражения. Иной вопрос о том, а где справедливость в спорте? Да ее нет. В том-то и дело. И есть такое классное выражение, как «вторых не помнят», и как «победители не судят». Это все относится к отсутствию справедливости. Поэтому здесь нужно начинать в первую очередь с себя. Ну, как же хорош Алексей, что сумел таки выбросить 180. Важный для себя 180. У него почти в каждом матче потолок был. И сейчас и Изотов максимум выколачивает. Так, посмотрим на реакцию Алексея. Есть 60, утроение 17. Ой, как же близко было, а как же было близко к утроению 17 и мог выйти на бул Буляков, но не получилось. 166 у Евгения Изотова. Требл, конечно, крайне желателен сейчас Изотову, и он есть. Ушел 18 сектор, попал 72 в остатке, 75 у Булякова. Он закрывал уже это окончание сегодня. 17, 18 и топс. Не попадает Буляков, но он закрывал другим способом, через утроение 17 и удвоение 12. 72 для Изотова,
О боже, какая красотища! Торс попадает под удвоение 16 изотов, удвоение 8 сейчас. Ай, не закрывается изотов, но очень красиво. Очень классно играть дабл-дабл. Еще и на матч с Топсом совладал сейчас Буляков. Но будет бросать все-таки первым сейчас уже на матч Евгений Изотов. Очень красиво. И хорош Алексей сейчас выполняет крайне солидный подход. А Изотов тоже трэбл цепляет. Да, вот не назовешь Изотова быстробросающим дартсменом. Булякова назовешь однозначно. Но в целом темп выше гораздо у Евгения в том числе. И матч смотрится совершенно иначе. При том, что не обязательно вовсе, чтобы были какие-то заоблачные цифры. Но совершенно уже другой подход к этому. И лишь 60 сейчас от Алексея. Изотов все ближе к своей очередной победе в турнире. Я думаю, что Евгению вот эти турниры помогут еще и уверенности обрести с точки зрения игр на и ADC-шных протурах в отборе на командный Кубок Мира. Там еще не все решено. Понятно, что Горбунов главный фаворит, но тем не менее шансы есть у Изотова в том числе. Он дважды был в финале. И чисто психологически понимая, что ты выиграл турнир, в котором есть вот такие люди. Так, есть 54, ай, второй раз не попадает туда Изотов. Ну, а есть такие люди, как Орешкин, как Буляков, который показывает высокий уровень игры. Держать победу в таком турнире дорогого стоит. Без утроения остается Алексей и 54 на матч для Евгения Изотова, чтобы одержать победу в турнире. На топс выходит Евгений, решил сломать систему, очень редко он бросает в этот дабл. Но вот, по иронии судьбы, выигрывает турнир Евгений Изотов именно попаданием в топс. И даже, наверное, сам не верит, что как это так, я топсом выиграл матч. Но может Евгений. И действительно хороший дартс показал. Да, в финале не было заоблачных цифр. 73 набор против 64 у Булякова. 87, первые 9 у Евгения Изотова. Но мы в любом случае говорим спасибо Алексею за хороший турнир. Достойный очень турнир. Он показывал приятную игру и с точки зрения эстетического взгляда, и с точки зрения сухих цифр. Действительно, Буляков молодец. Но Изотова мы поздравляем с победой, он ее заслужил. Что ж, друзья, на этом заканчиваем эфир. Подписывайтесь, еще раз напомню, на YouTube-канал Darts Pro Tour, чтобы наблюдать различные хайлайты, нарезки и другие турниры, которые без комментариев моих будут. Но, тем не менее, они тоже будут на YouTube-канале, обязательно смотрите. И также на группу Darts Pro Tour ВКонтакте подписывайтесь. Можете у меня на стене ВКонтакте увидеть ссылку на нее. Не знаю, укрепили ли ссылку в описании под YouTube на эту группу. Но там тоже есть интересные вещи и новости с турниров. Поэтому будем развивать российский дартс по крупицам вместе. Эти турниры, я считаю, отличный толчок к тому, чтобы дартс смотрели как можно большее количество людей, и уровень игроков рос. Вот вы только представьте, вот для Булякова, человека, который реально начинает показывать неплохой дартс, взять и сыграть целый турнир против таких мастодонтов, как Изотов и Орешкин. Это дорогого стоит. Просто так ты не пойдешь куда-то в бар, даже в Санкт-Петербурге, и не найдешь там себе такого спарринг-партнера, живого, еще и на камеру, понимая, что на тебя есть давление. Это классно. Это очень хорошо. Игры с ботом, конечно, не сравнятся. Поэтому эти турниры не только популяризируют дартс, но они и позволяют таким игрокам, как вот в частности Алексей Буляков, развиваться, однозначно развиваться. Ну а Евгению Изотову, которому предстоит бороться за путевку на командный Кубок Мира, иметь спарринги, это тоже крайне-крайне важно.